Бюджет 2014 года не только имеет новую структуру, но в нем заложены новые финансовые обязательства. Его отличает принципиальный новый подход к планированию. Основные направления, заданные в бюджетном послании президента Российской Федерации о бюджетной политике на 2014-2016 годы. В этом документе, в частности, говорится, что модель постоянного наращивания расходов бюджета на сегодняшний день исчерпала свои возможности. Поэтому среди важных принципов бюджетного планирования, названных главой государства, это оптимизация структуры расходов бюджета за счет выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов. Анализ представленного проекта бюджета области и остальных материалов к законопроекту позволяет сделать ряд выводов, что на уровне Тульской области этот подход у нас соблюден. Однако ряд моментов требует уточнения. В частности, следуя федеральному тренду, расходы нашего областного бюджета на 2014 год на 96% сформированы программно-целевым методом. Однако на сегодняшний момент из 24 государственных программ Тульской области в Думу поступило лишь 11. Это несколько сужает возможность анализа расходных статей бюджета. Кроме того, заявлены меры в сфере налогового законодательства, в том числе изменение закона о транспортном налоге, совершенствование механизмов применения налоговых льгот для инвесторов. Хотелось бы услышать, какие планируются изменения, какой ожидается экономический и социальный эффект. Еще один важный аспект. С 2014 года повышается норматив зачисления в областной бюджет налога на доходы физических лиц. Да, конечно, это обусловлено тем, что область принимает полномочия в сфере дошкольного образования, однако при этом сокращается налоговая база муниципальных образований. Вот в связи с этим возникает вопрос, как это может сказаться на их финансовой обеспеченности. Продолжая тему межбюджетных отношений, хочу подчеркнуть ответственность руководителя муниципальных образований за реализацию тех проектов, которые софинансируются из бюджета области.